Так, смотрите, у нас малышка у нас теперь писает в лоток. Уже песочек гребет. Время у нас 2 часа ночи. Вот, пожалуйста, присела. Смотрите, смотрите. Мы сегодня с Винсентом просто ликовали. Моя девочка, вот она как прям писает, Сева. Это моя лядка. Сейчас я ее покормила. И она маленькая, моя девочка, умница. Все, мы выросли. Мы писаем. Где моя маленькая девочка, такая умная. Господи, какая умная малышка у нас. Посмотрите, сидит, писает. Балдеет. Ну-ка, чтобы не быть голословной, сейчас мы посмотрим, готова ли у нас там. Вот, писает, а мы писали. Вот такие мы дедушки. Ой, наступает на все на это, пока не знает. Ой. Ну, сейчас мы тебе лапки помоем. Вот так. Нас с почином. Наша умница. Ну какая ты умница-то у нас, а? Миленький мой ребеночек. Ой, мой сладкий. Вы знаете, с утра мы сегодня уже мы пили не молочко. О, смотрите, что мы кушаем. Куриная пасточка. Видите, съела сколько. Она так, с таким удовольствием сейчас это ела. Посмотрите, какая довольная сидит. Так что мы в туалет
и кушать еду теперь, можно сказать, стали одновременно. Вот, как там говорят. Пить, курить и ходить начал одновременно. Вот так и у нас. В туалет ходить и кушать обычную еду мы стали в один день, можно сказать, да. Умница моя. Ну вот царапать тебя надо отучать. Поэтому вот пальчиком только так с тобой поиграю и все. Покажи свои ужасные, ужасные, страшные лапы. Да, покажи. Тебе ж не стыдно? А что ты маму совсем исцарапала все? Тебе ж не стыдно, конечно. Ой, скажи, о чем мне стыдиться-то? Мне хорошо и все. Да. Да ты моя курочка, куричка моя. Господи, ее страшно даже трогать, честно скажу вам. У нее такие когтищи. Подстригать пока не хочу я ему, ей когти. Это же не собачка. Мне написали, Наташа, это не собачка. Знаете что, для подписчиков просто смех. Писали дня 3. Познакомь кошку с хомяком. Познакомь кошку с хомяком. Познакомь кошку с хомяком. Я не знаю, сколько раз еще надо повторить. Вот столько раз писали. Показалось, что, значит, они понюхали друг друга. Все, теперь все пишут. Она заболела, потому что ты дала познакомиться кошке с хомяком. Я вообще не могу на вас просто. Не знаю просто. Вот это вот еще один пример того, что, наверное, нельзя все-таки следовать всем советам, потому что... Вот. И ничего, конечно, она не заболела от этого. Они понюхали друг друга, и все. Вот очень хорошо себя чувствует. Таблеточки я ей даю. Не таблеточки, а вот эти лекарства. И все. Очень веселая девочка. Мне там написали, Наташа, кошки выживают в таких условиях, что вообще просто... А ты запаниковала. Ну, я не знала, допустим. Вот теперь буду знать, что паниковать нельзя. Думаю, ребеночек маленький, мало ли что. Вот, но умница она у нас, большая умница. С утра она у нас и пописала, и покакала в лоток. Я в шоке. Я просто в шоке, как она схватила сразу все. И сегодня, вот видите, она кушала уже обычную еду. На видео не снимала я, потому что не знала, как она будет есть. А потом она так начала кушать, что мне уже было... Не хотела отрываться. И, ну, поверьте мне, кушала она сегодня. У меня закончились все формулы, поэтому я так поняла, что время наступило. С водичкой разбавили бы чуть-чуть там. И все. Ой. Как хочется тебе поцарапать-то. Обезьянка моя маленькая. Моя девочка маленькая, сладкая. Сладулечка моя. Она такая веселая теперь. Так, дальше рассказываю. Значит, тот вольер, который я купила, я сдала сразу на второй день. Как только увидела, что она просовывает голову, все, сразу тоже сложила, унесла, сдала на Амазон обратно. Просто я поняла, что если она немножко подрастет и голову засунет, то она уже ее точно не высунет. Поэтому не надо нам вольеров никаких уже, все. Спит она пока в ванной до сих пор, чтобы она ночью не вышла и чтобы мы на нее не наступили, да? И, естественно, если мы куда-то уезжаем, тоже в ванной пока посидит. Ну, знаете, месяц-два пройдет, она уже выпрыгивать из этой ванны сама будет, как говорится. Вот. Но так она у нас целый день гуляет, бегает. Ну, пока еще не так бегает, но ходит. Играет, видите, как она еще играет, пока только с одеялом. Игрушки пока она не воспринимает. Так что все, девочки и мальчики, вот. Полный вам отчет. Ой, чего делается. Хулиганка. Все. Закончились нежные деньки, когда она подползала под шею и спала. Нет, она тебе спать не хочет. Она, видите, что делает. Смотрит, как в окопе сидит, когда на кого напрыгнуть она сможет. Да. Моя куколка. Шерри. Шерочка. Шара. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Отзывается на кс-кс-кс-кс-кс. Выбегает сразу с утра, сразу из своего домика, начинает пищать. Кормите меня быстрее, поите меня быстрее. Где папа твой, Шерри, леди? Шерри. Как там поет песню, не помнишь? Папа, по-моему, пошел по докторам сейчас, поэтому...
уходит. Ну, моя девочка, то есть лядька моя. Ну, ну. А он папа идет, кстати. So how you doing? Good, how you doing? Yes, look at her. She's playing. She just ate that food and she loved this food. Oh, that's good. Love this food. It gives her more energy. So basically she the same day start go to bathroom and eat this food. That's good. She grew up in one day. Yeah, she's getting to be a big putty. Mm-hmm. Oh, look how cute she is. She is. I'm afraid to touch her. She scratched me everywhere. I don't know. She never scratches me. Look. I know. And look at me. Maybe you just that your skin is so fair. Oh. She's love to play. Mm-hmm. Sherry. Sherry, baby. Sherry. Sherry, baby. Yeah, you're a little baby, all right? Yes, you are. You're a little baby. Yeah, she doesn't scratch you. She scratched me everywhere. Well, she gets her nails out, but she doesn't dig in. Her nails are really huge. Yeah, they are nails. Mm-hmm. Big nails. Yeah. She's like, oh. Yeah. No. Oh, she loved this food so much. She's so happy with this food. Mm. Ой, как она счастлива, что этой курочки-то поела. Умница моя. Mm-hmm. Уменка моя, девочка любимая. Maybe she's gonna be all right. А чупи-чупи-чупи. She could grow into a big kitty. У нее такая расцветка вот красивая. Давай покажем расцветочку. Не знаю, видно или нет, но у нее... Ой, черепаховая расцветка у нее. She's fast now, too. She's fast. She takes off. Черепаховая расцветка такая у нее, смотрите, полосочки разные. Yeah. Uh-oh. Ой. Ой. Это она от этой еды, что ли, так прыгать тут еще начала? That's from that food she's jumping now. Mm, I know, I see that. That's dangerous. Yeah. That's okay. Stay over here. No, come bring me here. У нас время есть только 8 утра. Oh, well, she wants to come up and visit. Hello. Sherry. Чего хороша? Sherry lady. She don't want to go. Oh. Let's make her jump. Это маленькая девочка. Ой, даже не... She, you can't even pat her. She wants to just run. I know. You gotta be careful. Come on. I don't want you grow up like that. Ой, я не хочу, чтобы она так выросла быстро. Что это? Я даже не удовольствие еще не успела получить. Ты уже побежала. Куда ты побежала? По делам? Ой, вот это вот у нее когти. Когти у нее, я хочу вам сказать, дикого зверя. Дикого зверя, Шерри. Да. Ой. Ой, дикусечка моя маленькая, дикусечка. Дикусечка. Ой. Ты такой страшный зверь теперь. Ты посмотри на себя. Курица-то наелась, как говорится. Все, побежала. Почувствовала себя теперь хищником, когда курица-то наелась, да? Точно все. Ой. Ой, как страшно-то с тобой. Вот, давай вот здесь. Ой, смотрите, как нападает. Ой, как она выросла буквально за 2 дня. Я даже не знаю, что сказать. Была маленькая, беспомощная. Смотрите, что с ней стало. Ой. Ой, хулиганка. Все. Детство закончилось. Теперь все сама-сама. Все сама-сама. Ой, миленький мой ребеночек, как бы ты не спрыгнула с кровати с высокой у меня тут. А то с ума сойдешь, что себе сразу хребет переломаешь. Ну что, пойдем в комнату гулять. Пойдем. Вон у нас, видите, что?
Водичка, еда. Она отсюда кушала. Я перемешивала ей с водичкой. Вот так вот у меня теперь на ночной тумбочке. Шарунчик. Иди сюда, моя сладкая. Вот так она еще не бегает, конечно, но видите, как гуляет уже везде. Кусик. Смотрит рукой. Ну, иди сюда. Иди сюда. Иди, моя лапочка любимая. Рукой вот так вожу. Она раз, 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 раз. Иди, иди ко мне. Иди, моя маленькая куколка. Иди сюда. Иди сюда. Дик. Дик, 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 дик. Ты моя малышка, любимочка. Моя малышечка. Ой, да мы на тебя будем смотреть, вот так и смотреть. Сиди, красивенько сиди, спокойно. Ой, да что же это такое, выросла ты у нас, да? И писать, и кушать, и все по-другому у тебя с сегодняшнего дня, да. Ну, писала она еще вчера у нас, первый раз, когда пописала, мы обалдели. Да, моя сладкая курочка. Ну, чего ты хотела сказать? Чего? Сказали, заболела ты, потому что бусинка тебя понюхала. Ой, все, нельзя теперь вам нюхаться с бусинкой. Ну, бусинке она на самом деле не интересна. Бусинка у нас безэмоциональный герой. Поэтому бусинке пофиг, честно говоря. А кота, конечно, подводить бусинке тоже страшновато. Ну, пока маленькая вроде ничего, а потом фиг его знает. Поэтому бусинка у нас только в клетке сидит. Ее не достать. She's sitting just like that. Look at that. Ну. Пойдем писать, может? Пойдем посмотрим, что ты там будешь делать у нас. Ты моя маленькая златочка моя. Покажи всем, какая ты красивенькая. Покажи всем. Ну, ты котя, пойдю. Уйди, пойдю. Чего здесь? Ой. Пойдем. Видите, какая у нее красивая расцветка-то будет. С переливами. Темно-серая, светло-серая. Так, пойдем. Видите, у нее уже тут, как говорится, собралось. Это мы уже столько раз тут какали, писали. Видите, как раз через эту, через все. И все, комочки можно выкидывать. Baby, can you throw away? She poop again? I don't know. Сейчас мы посмотрим на нее. Какая красивая расцветка. Вообще офигительная просто. Шерри, ты у нас как будто куплена за лютые деньги. Ну, покажи нам мастер-класс маленьких котят. Покажи нам мастер-класс. Как ты будешь писенькать? Да, покажи. Сегодня утром она и писала, и какала. Ну-ка. Покажи нам. Угу. Ну-ка. You know, some kitties, they pee and poop in the toilet. I don't know how they don't know how they do that. That would be nice. Just go and flush it. My friend David, you know David. His cats used to pee and poop in the toilet. Yeah. I don't know how either. Не знаю, как можно приучить вообще в унитаз. Я даже не представляю, как это вообще можно.
У нас такие унитазы в Америке, знаете, там же нет сидушки внутри никакой. Ну чего, ты писать будешь? Давай прикладывайся, прикладывается, по-моему, тело писать, по-моему. Я думаю, ты писаешь, да. Уминка моя любимая. Это ж какая радость у нас тут, что ты у нас так выросла. Моя малышка, да. Тебя только похвалить. Ты такая у нас хорошенькая куколка любимая. Сказали очень быстро ты, я же в Телеграм поместила тоже вот то, что вначале было. Мне сказали очень быстро ты ее убрала, пусть она закопает. Ну вот сейчас не буду убирать ее. Вот она сейчас пописала чуть-чуть. Не знаю, будет она закапывать или нет. Она играть вон стала. Стала играть с песком. Говорите, вот такой большой лоток, им слишком маленький надо. Нет, абсолютно нормально. Пока я ее сажаю туда, выходит она сама из лотка, абсолютно хорошо. Без всяких претензий заходит, выходит. Поэтому вот. Ну и все, начинается у нас обнюхивание, осматривание опять. Куда идти, чего делать, чем заниматься. Да? Шери, ну, видите, полосочки, как видно, красиво переливаются прямо на у меня. Не знаю, что это такая за кошка была выброшена, как говорится, на берег. Не представляю это такую красоту. Оксана показала одной клиентке мою кису, они сказали, может быть, они захотят отдать. Мы ее с удовольствием сразу же возьмем. Я Винсенту сказала, он говорит, только через мой труп, моего кота никто у меня не заберет. Вот такая вот красота у нас. Обалдеть. Такую красоту. Это она будет вот такая темно, с темно-серым. Вообще. Черепаховая такая она у нас. Знаете, черепаховый раскрас есть. Ну вот примерно так. Чего ты у нас? А? Чего ты у нас? А, уже играть стала? Ну-ка. Ой, прыгает. Прыгнула. Так еще она не прыгала у меня. Ой, да ты посмотри-ка чего. Ой. Завалилась. Ой, да что это хоть такое-то тебе? Ой, куколка моя. Ну-ка. Ой, так она подготовилась к прыжку, по-моему. Ну-ка. Ты к прыжку, что ли, подготовилась? Ну-ка. Пора уже бантик заводить. Ну, прыгунья моя, попрыгунья моя, стрекоза. Ай, ты моя сладкая. После курицы ты точно стала, видишь, какой попрыгушкой. Чего? Ай, ты моя маленькая девочка. Ты моя хорошая девочка-припевочка. Ой, куда ты идешь? Куда? На меня, что ли, идешь? На меня. Измором, да. Скажи всем, пусть поставят лайки. Скажи всем большое спасибо за ваши лайки. Ну, а так и скажем.
Vincent, you gotta look how she's playing right now. You gotta look how she's jumping. She's just jumping everywhere, there and here. Where is she? Right here. Oh. Look how she. I'm so glad she feels better. Yeah. But look how she's gonna play in game. She even play with that little ball. She thinks she's a hunter now, look. Кого-то ловит. Кого ты ловишь-то у нас? А? Да кого видишь-то? Кого ты ловишь-то? She was like jumping and she's totally grow up in a couple days. My goodness. Шерочка, ты куда от нас ушла? Такая маленькая девочка была красивая. Ты куда от нас ушла? Теперь взрослая девочка, да? Ну, play. Ой. О-о. What is that? She's staring at it. What is that? Yeah, she was playing. Okay. There you go. Okay. Oh, come on, he was just playing it then. Он пока нравится ей, видимо, играть просто на полу. Ловить невидимого зверя. Кто с тобой играет-то? Кто? Типа-типочки. Мои типа-типочки. Ой. Бантик уже, да. Мы сейчас будем делать бантик. We need a, on some little thread, just little paper. Well, let's try that. Yeah. Your thing that bounces up and down. Not too big. Перья слишком большие я купила. Ой, посмотрите ее расцветку. Вы посмотрите только ее расцветку. Это такая красота. Просто, как кто сказал, что кот не породистый? Какой породы не знаем, но породистый точно. Порода называется улица. Мама улица. Да. О, look at him. Look. She's jumping. Yes, she's jumping. Well, you're an amazing putty. Yeah. You're amazing. She's showing off. Ой, красавица моя. She's falling always on the side. Uh-oh. That's okay. No, it's not, because I can't move that couch. She's gonna get out. Yesterday in my office, she was go on the couch and back. I don't like it. Get her. Yes, он говорит, мне не нравится, что она пойдет туда. Because I can't move that. That thing's very heavy. It's all attached. Иди прыгай там. Ножки еще такие не сформировавшиеся, но... Uh-oh. Oh, it's got you. What is that? Oh, no. What is that? Get it. Yeah, that's it. Get it. There you go. Get it. That is so funny. Get it. That's it. Sherry, get it. You win. Get it, Sherry. Get it. No, stop. Don't do nothing. Get it. There it is. Yep. She's like, oh, there it is. I don't know what that is. Kissy. Uh-oh. Yeah, that's right. Get it. Это вообще что-то с чем-то. Насколько же она другая стала. Uh-oh. Uh-oh.
You seen that come by again? What is it? What is it? Get it. Get it. Прыгунчик маленький. Get it. Come on. Get it. Get the ball. Get it. Вообще так удивительно смотреть на нее. Она такая была беспомощная, и вдруг она... Let her go there. That's okay. Такая была беспомощная, и вдруг смотрите, что делает. I don't want her near the electrical cables. Говорит, не хочу ее около электрических проводов, чтобы она была. That's funny. You're attacking my feet. Yeah, you're attacking my feet. Ой, такая смешная, смешная теперь становится. She gonna be fun. Oh, yeah. We're gonna miss it. We're gonna be on vacation. Yeah. Ой, все. Доигралась. Папа тебя на руки взял, да? So she ran away, huh, again? Yeah. It's fast, man. Ой, она сегодня какая счастливая. Курица наелась. That's because she ate chicken. She said, finally, you give me a good food. Yeah, food. Наконец-то вы мне дали нормальную еду. Что это за бутылочки, сосочки, за херь? Скажи, вот то ли дело. Накормили, вот получайте. Теперь буду охотиться на всех. Be careful. Теперь буду охотиться на всех. She wants to jump out. Here. Oh. She's jumping, yeah. Okay. What you supposed to say? Ставьте лайки for my baby. Baby, that's colors. It's so beautiful. Yeah, it is. She's посмотрите, какая beautiful. Она красота. I told you. She's beautiful. Вообще. Просто. Как майский жук. Спасибо вам за лайки и за поддержку. О, папа-то у нас на колени все встал. Ой, что делается. Любовь. Это любовь. She look at my feet. Все, девочки, мужа я потеряла, по-моему.